В сердце Отца все дети помещаются. Сердце Отца переполнено любовью. Это место для нас приготовлено, чтобы познали любовь безусловную. Там нет ни слез, ни печали, разочарований и судеб разбитых. Там к заводским настройкам все возвращается, и исцеленные Его любовью становимся. Заживают все порезы и раны, все повреждения уходят в прошлое. Господь дает нам понимание, что в Нем мы становимся взрослыми. Наш возраст физический не определяет возраст духовный. В 70 можно быть младенцем, в 20 – старцем с бородою. Во Христе происходит взросление, переход от веры в веру. В Нем мы познаем духовный мир и принимаем исцеление.